тачки 3. Специальный выпуск. Возвращение на трек. Молния Маккуин был яркой звездой гонок, но теперь он столкнулся с новым поколением гонщиков. И если он хочет побеждать, он должен отточить свои навыки. Молодое поколение дерзких гонщиков внезапно вытесняет молнию из спорта, который он любит. Чтобы вернуться в игру, ему понадобится помощь молодого тренера. И тогда он покажет, что его рано списывать со счетов. Крус Рамирес является новым топ-менеджером в гоночном центре «Ржавейка». Но она мечтала быть гонщиком. Молния поможет ей взглянуть на вещи под другим углом. Выхлоп когда-то был начальником экипажа Дока Хадсона, а теперь он управляет гаражом в Томасвилле. У него репутация самого умного и креативного механика в округе. Спонсор Техдинока в гоночном бизнесе дольше всех. У него отличная хватка. Он всегда ищет новые таланты, которые еще предстоит открыть миру гонок. Стерлинг является главой бизнеса. Его интересуют выгодные инвестиции. Он также является большим поклонником автоспорта и управляет одним из крупнейших гоночных центров страны. Джексон Шторм представляет новое поколение безудержных гонщиков. Единственная цель Шторма — победить. Он не может дождаться, когда Молния Маккуин и другие ветераны гонок освободят ему путь. Гонщики безумной восьмерки. Каждую пятницу мисс Крошка и ее друзья устраивают безумные разрушительные гонки во враге грома. Когда Молния и Крус ввязываются в эту гонку, у них остается только одна цель — выжить. Бенс Зинос, Бобби Вжик и Кэл Реверс — очень сильные гонщики. Они часто были соперниками Молнии Маккуина и даже иногда побеждали его. Но кто бы ни одерживал победу, они всегда оставались хорошими друзьями. Бесстрашная Луиза Нэш, Ривер Скотт и Сэмми Гон — старые гонщики из Томасвилля. Они обучают Молнию старым гоночным трюкам, которые работают и по сей день. Помоги Молнии как можно быстрее проехать этот путь, огибая все преграды. Действуй! Так держать! Команда гоночного центра «Ржавейка» разработала новый плакат для фанатов «Молнии». Вставь недостающие фрагменты. Будь внимателен, два фрагмента лишние. Превосходно! «Молния» готовится к ралли по бездорожью. Помоги ему добраться до финиша раньше своих конкурентов. Найди самый короткий путь в лесу. Отлично! Молния оттачивает новую технику вождения на тренировочном треке. Расставь его изображение по порядку от маленького к большому. Так держать! Прочти комикс, основанный на событиях анимационного фильма «Тачки 3». Покажи лишний фрагмент. Перетащи фрагменты на правильные места.
Сколько автомобилей на картинке? Покажи правильный ответ. Крус Рамирес помогает гонщикам в гоночном центре «Ржавейка». Отгадай слово, которое показывает род ее занятий. Перетащи буквы на подходящие места. Вот так! Крус и молния практикуют различные приемы вождения. Каждая точка представляет собой секунду. Автомобиль с наименьшим количеством точек пересекает финишную черту первым. Выясни, кто на этот раз оказался самым быстрым, подсчитав точки. Перетащи цифры-ответы на правильные места. Супер! Перетащи фрагменты на правильные места. Превосходно! Продолжение комикса. Перетащи фрагменты на правильные места.
Мак должен доставить груз в гоночный центр «Ржавейка». Помоги ему загрузить все коробки в трейлер. Вот так! Когда Мак ездит на большие расстояния, он считает различные дорожные знаки, чтобы не уснуть. Посчитай количество каждого знака на картинке. Перетащи цифры на подходящие места. Отлично! Гонщики направляются к финишу. Определи победителя. Сложи секунды, которые потратили участники гонки на преодоление разных трудностей. Побеждает автомобиль с самым маленьким временем. Превосходно! Хочешь выполнить все задания заново? Нажми на кнопку «Начать сначала». Еще больше историй о знаменитых тачках в следующих выпусках журналов.